ДТП произошло вечером в 7 часу. Автомобиль ехал по Горького в сторону Октябрьской. Велосипедист, признается, сам не спешился на пешеходном переходе. От удара у легковушки оторвался номер. Велосипед пострадал серьезнее. Спущено переднее колесо, погнуты спицы и опыт. Водитель «Мерседеса» поздно заметил велосипедиста, нажал по тормозам. Избежать столкновения не удалось. Перед переездом, переходом, пешеходный переход, велосипедист должен сойти с велосипеда, перейти, в руках держать велосипед и перейти пешеходный переход. Нет, а этот ехал. Я его просто не увидел, поздно заметил. Надо было спешиться, но не спешился. Понадеялся на то, что водитель уступит дорогу мне и женщине, которая собиралась переходить этот пешеходный переход. Через считанные минуты к месту аварии прибыла скорая. Велосипедисту были причинены телесные повреждения, но в госпитализации он не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Напоминаем, инспекторы ГАИ ищут свидетелей ДТП с участием велосипедиста и автобуса МАЗ. Авария случилась 17 августа вблизи дома 3 по улице 50 лет в ЛКСМ. Гражданам, которым известны обстоятельства происшествия, необходимо связаться с правоохранителями. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.